дай бог, вот когда вот так расти будет, чтобы здорово не отрезали до метра все ветки, потому что научили. Подлая вещь такая. Резать, резать, резать. Вы представляете, перед вами мелба, да? Кстати. Ой, нет, там оно кончилось. Ой-ой-ой. Уцелело случайно. Последнее. Вот уже она уже 2-3 недели как не должно быть. Ну, маленькая, угряленькая, ладно. Так вот, это дерево, как и все, вот это дерево неправильно, вот это неправильно, это неправильно, это. Все деревья в моем саду неправильные. Хотя это считается образцовый сад. Все деревья в соседских садах неправильные. Все деревья в Красном хуторе неправильные. В Саяногорске, в Красноярске, в Абакане, в Минусинске, в Москве, в Питере, вот, в Краснодаре, в Сочи, на Украине, в Киеве все неправильно. Все неправильные деревья в этом. Чуть ли не сказал, в Магадане и Норильске. Там еще нету, поэтому там вопрос такого нет. Все неправильные. Вот. И такой умник подходит к дереву и говорит: вы что? 5000, гоните монету, сейчас я вам исправлю. Подходит к такому дереву: не сметь расти так. Как? Вертикально? Отрезаем. Вторая вертикально. Отрезаем. Третья вертикально. Отрезаем. Вот уже проредили. Видите? Сразу туда сейчас. Вот смотрите. Я ее сейчас убрал, да? Вот так вот. Как будто срезал. Вот. Убрал. Вот теперь туда пойдет солнце. Нахрена туда пойдет солнце? Они уже середка отплодоносила. Вы знаете, что здесь ведер 5 было? Я же всю осень подводил вас и угощал. И делал рекламные фильмы. Вот, сколько веток будет отрезано, вот эти все будут отрезаны. Причем самое жуткое на кольцо. И еще и осенью, и обязательно осенью надо заработать. Гоните 5000, я вам весь сад изрежу. И люди дают. Им на их глазах деревья превращают в таких инвалидов. Но я уже про это 100 раз говорил. Вы поняли? Самая подлая вещь, что признана официальной наукой, что деревья неправильные. Вот это. О, последнее, и наконец-то. Вот это вот мои груши. Ё-моё. А чё, Сергей, ты говорил, все собрал. А они, знаете, как прячутся, их плохо видно. Вот. Он еще висит, а он еще падает. А видите, у меня полный рот слюней. Это память Яковля. Это чудо из чудес. Знаете, куда, для чего я соберу? У меня они лежат в холодильнике, и уже желтеют и портятся. Я тут же раз семена из них. А вы знаете, спросом пользуются семена. Почему? Принято считать, что хоть яблони семечко посади, хоть грушу семечко, а обязательно вырастет дичок. Вот. Я сейчас фотографировал из косточки этот самый. Это было на том участке, а я там не собирался снимать. Я сделал фотографию. У меня из косточки королевского выросло дерево с прекрасными, очень крупными, невероятно культурными листьями. Вот смотрите, вот видите королевский, да? И там такой же королевский, причем мало того, смеяться будете, там лист еще крупнее, а он из косточки. А у меня любопытство. Осталось еще год, и она заплодоносит. Дай бог мне тот год прожить. Почему я, на что я намекаю? Она вся покрыта вот такими же ветками. Вот. Такой же дерево. Ну, точно такое. Только вот это привитое королевский, а тот не привитый королевский на том участке. А я его сделал исключение, ему исправил. Ах, ты взошел, ну и сиди. Жалко для тебя места. До первого урожая. Будут мелкие пила. Я и так дерево так и сказал. Извини, мне не до сантиметра, мне некуда садить. Объяснял я этому дереву. Посмотрим, какие плоды оно даст. Но, и уже до этого, не зная, какие плоды, я предложу, есть люди, они на этом зациклены. Ах, привито, ах, на манчжурский абрикос, а ту, не-не-не-не-не-не-не. У меня даже директор института Ваулин, настоящий директор, ну, настоящий полковник, в смысле, директор настоящего института, у меня заказывал
уже в общей сложности трижды. Правило одно. Косточки первый раз сеянца заказал, а второй, третий раз косточки, ну, чтобы они были с ним привиты к дереву. Вы понимаете? Вот, значит, они ценность представляют, это селекция. И тогда я сказал себе, вот, а если я вам предложу с непривитого королевского, вот это привитый, ну, какие из них плоды вы знаете, 60-80 грамм, чудесно, бывает, дотягивают до 90, чудесно, ну, сейчас их нету, но вы же видели сотни фотографий, я же их не ворую с интернета фотографии, в отличие от сотен этих клиентов, как их, как конкурентов, вот, сотен, которые воруют фотографии и выдают за свои, продавая мусор. А здесь все не так. А если я столок саженца, который вырос вот такой же, лист еще крупнее этого, сеянца, предложу вам черенки, а? Кто рискнет? Ну-ка, на первый, второй рассчитайсь. Первый не рискнут, второй рискнут, третий не рискнут, четвертый рискнут. Вот хорошо, если бы таких было побольше. Вот, не привитый, королевский. Может быть, он будет 30-40 грамм. А может быть, он будет похож на своего исторического родителя, прародителя. Но разве не интересно?